Когда я начинала свой творческий путь в городе Тюмени, конечно, я никогда не думала, что придется заниматься и научными трудами. Но вот так сложилось, что все материалы, которые были собраны в экспедиции, их нужно было обрабатывать, их нужно было издавать. И сегодня, конечно, вот эти все труды, которые здесь представлены, это не только мой труд, это труд моих учеников, моих коллег. То есть это все то, что мы нарабатывали с 1986 по вот настоящее время. В этом году, конечно же, вот исполняется 35 лет моей творческой деятельности в Тюменской области. И я считаю, что вот эти труды – это тот результат на сегодняшний день, который может говорить вот о нашей деятельности. Вы видите, что здесь фотографии не только, на фотографиях не только я, здесь фольклорный ансамбль «Ростань». Это целая холдинговая компания, как я их называю. Почему? Потому что мы занимаемся разными направлениями, не только концертной деятельностью, но и научной, учебно-методической, можно сказать, концертно-просветительной, исполнительской и исследовательской деятельностью. Поэтому сегодня у нас в институте это дело также продолжается, продолжается оно в колледже, и первые статьи уже от наших студентов, от моих коллег появляются в Минске на аутентичной конференции, появляются на различных научных конференциях нашей России и даже за рубежом, что очень приятно. Хочу сказать, что кроме этого, естественно, у нас есть спутники, коллективы, которые также продолжают это дело. И коллективы, которые есть на наших дисках, да, это тоже очень большой, труд наш. Я считаю, что это исследовательский, научный труд. И ребята, которые сегодня здесь присутствуют, они тоже были у нас в экспедициях уже и занимаются исследованиями. Ну вот это ребята ансамбля «Ясна Ростань», наша молодежь, которая поет, которая занимается уже какой-то обрядовой культуры, восстановлением обрядовой культуры не только в нашем регионе. Ну, хочу представить Екатерина Суслова, Рамазанова Олеся, Козлова Татьяна. Вот сегодня они здесь оказались на этой выставке. Вообще я горжусь своими учениками, и те, которые рядом идут, и те, которые уехали, и те, которые занимаются сами своей творческой деятельностью. Потому что в общем это тот большой шар, я считаю, который расцвел в нашей Тюменской области. В разных возрастных категориях. И в детской, и в молодежной среде, и во взрослом, и даже в старшем поколении. Наши песни, которые здесь опубликованы, они поются не только у нас в России, они поются и за рубежом. И очень приятно, что многие ансамбли сегодня пишут, что это наработанный труд и репертуар ансамбля «Ростань». «Ростань» — это перекресток дорог. Поэтому все мы там встречаемся, все мы расходимся и вновь встречаемся, что очень-очень радостно.